В 2019 году отмечается 30-летие вывода советских войск из Афганистана. В актовом зале районной администрации состоялся круглый стол, приуроченный этой юбилейной дате. Поклянемся, друзья, не забыть тех парней, тех, кто жизни отдал на афганской земле. Память в сердце о них сохрани навсегда, если только самим жизнь подарит судьба. На встрече с главой района присутствовали ветераны, принимавшие участие в военных действиях в Афганистане, и родители погибших солдат. Подвиг солдат и офицеров, проявивших в боях высочайшую доблесть, мужество и героизм, навечно вошел в историю как пример служения Отечеству. Светлая память тем, чья жизнь безвременно оборвалась в боях. Низкий поклон тем родителям, у кого война отобрала близких им людей. Здоровья и счастья вам, вернувшимся домой живым. Мира и согласия всем, дорогие жители нашего Северского района. Присутствующие воины-афганцы поделились своими воспоминаниями о службе в рядах 40-й армии, выполняющей интернациональный долг, и почтили память тех, кто не вернулся. В завершении встречи глава района Адам Чарим вручил собравшимся воинам юбилейные медали и памятные подарки. В станице Северская прошло траурно-торжественное мероприятие, посвященное Дню освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. 76 лет назад советские воины очистили нашу землю от врага. Цена победы – тысячи жизней наших земляков. Перед началом мероприятия у мемориала «Вечный огонь» каждый желающий смог познакомиться с инсталляциями, представляющими фрагменты из повседневной жизни солдат в дни Великой Отечественной войны. Сегодня мы собрались у «Вечного огня», чтобы почтить память тех, кто позволил будущему поколению родиться и жить на родной земле, радоваться цветам и солнечному свету, любить и идти к цели. К сожалению, с каждым годом все меньше и меньше остается с нами участников Великой Отечественной войны. Тем дороже их воспоминания о славном боевом подвиге. Ведь потомки должны знать, какой ценой завоевана свобода и независимость Родины. Героизм и стойкость воинов Великой Отечественной войны – вечный пример несгибаемого духа и любви к родной земле. Сегодня наша задача – хранить память о страшных жертвах дедов и прадедов во имя мира. Участники мероприятия почтили погибших минутой молчания. К мемориалу «Вечный огонь» возложили цветы и венки. «Ратен в бою, статен в строю». По таким названиям в детском саду номер 8 поселка Черноморского прошел конкурс военно-патриотической песни. Мероприятие организовано в рамках месячника «Военно-патриотическая оборона массовой работы. Воинский долг. Честь и судьба». Конкурс объединил все творческие коллективы дошкольных учреждений поселка Черноморского. И час за бой провожает меня облик твой, чувствую рядом. Идея проведения конкурса не случайна. Песни военных лет – это музыкальная летопись Великой Отечественной войны. Эти песни помогали солдатам жить, верить в победу. По результатам конкурса хор педагогов детского сада номер 31 с песней «За того парня» занял почетное первое место. Просыпаемся мы, и грохочет над полночью. То ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. Елена Меркатан, Владимир Галуцкий, телерадиокомпания «Атаман». Северские спортсмены заняли первое место в первенстве России по мини-лапте. Влад Кочетов, Игорь Резников из команды «Сокол» в составе сборной Краснодарского края одержали уверенную победу на соревнованиях, которые состоялись в городе Сенгилей, Ульяновской области. Наши мальчишки, Северский район, спортивная школа номер 2, мы стали первыми. Очень грамотно ребята провели все игры, выполнили все тренерские установки. Отработали чисто, особенно в защите, это очень ценно. В финале просто не дали очков Ростовской области, не дали шансов на победу. То есть взяли быка за рога, и этот турнир прошел под знаком лапты Краснодарского края.
копилке ребят это не первая победа, но участие во всероссийском конкурсе – отдельное достижение. Недавно ильские спортсмены показали хорошие результаты на турнире по бейсболу в Москве. Как отмечает тренер команды Мария Цыплакова, несмотря на достижения, команде есть куда расти, но для этого необходима хорошая техническая база и условия для тренировок. Пока приходится улучшать навыки игры, деля площадку с представителями других видов спорта. Тем не менее, ребята полны энтузиазма, считая, что самое главное – это поддержка тренеров, желание играть и побеждать. Лапа – наша игра! Все приходите сюда! 7 июля 2003 года марсоход НАСА под названием Opportunity вылетел с Земли на ракете Дельта-2 Heavy и отправился к Красной планете. Месяцем ранее на Марс также отправили аппарат Spirit. Два марсохода, каждый размером с гольф-кар, сели на противоположных сторонах планеты в 2004 году. Аппараты бороздили красную почву планеты и отправляли на Землю много данных. Они же отправили и первую цветную фотографию Марса. Благодаря пробам почвы удалось обнаружить богатый железом минерал, который образуется только в жидкой воде. Их миссия должна была продолжаться 90 солов – марсианских дней, каждый из которых на 39 минут длиннее земного. Однако в итоге она растянулась на годы. «Спирит» застрял в марсианской почве лишь в 2009-м, а «Opportunity» пережил своего двойника на 8 лет. Недавно ученые официально признали его вышедшим из строя. Он работал 14 с половиной лет, проехал 45 километров. Это длиннее дистанции марафона. Он проработал более 5000 дней на поверхности Марса. Это просто удивительно для 90-дневной миссии. Вышел из строя Opportunity из-за сильнейшей пыльной бури. Она была настолько мощной, что многие месяцы тучи полностью скрывали солнечные лучи. Из-за этого марсоход не мог подзарядиться через солнечные панели. Когда же тучи рассеялись, аппарат больше на связь не вышел. Opportunity был пятым из 8 аппаратов НАСА, которые успешно приземлились на Марс. Теперь в рабочем состоянии осталось только два марсохода – Curiosity, который питается ядерной энергией, а также недавно прибывший Insight. Еще три аппарата США, Китая и Европы должны вылететь к Красной планете в следующем году.